ремонт гироскутера А8. Проблема была такая, что на нем поехали и уронили очень сильно. После этого он перестал вообще работать. Зарядку вставляли. Такая зарядка. На ней горел все равно желтый огонек. Вернее, зеленый мерцал. Типа аккумулятор заряжен. Вот. Такой аккумулятор тут был. Не знаю. У меня такое ощущение, что это не оригинальный аккумулятор. Вот. Поставим сейчас вот такой аккумулятор Samsung. Вот. Такое подключение. Еще тут проблема в гироскутерах, то что вот эта площадка просто металлическая. Сюда надо, по идее, подкладывать резину под аккумулятор, чтобы он туда лег. И заматывать во что-то, чтобы он там не болтался. А то таких пару хороших ударов можно ему повредить хорошо. Аккумулятор. Сейчас поставим аккумулятор, посмотрим, как все будет работать. Так, в принципе, гироскутер хороший. Даже он называется Segway.